Дмитрия Михаил Ефимович Николаев. Председатель правительства Республики Сахалин-Якутия, председатель правительственной комиссии по организации проведения столетнего юбилея выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова Валентин Петрович Федоров, председатель Палаты Республики Государственного собрания Тюменной Республики Сахалин-Якутия, заместитель председателя правительственной комиссии Григорий Михайлович Ларионов, дочь Максима Кировича Амосова, Лена Максимовна Амосова, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, кандидат технических наук, президент акционерной компании «Алмаз России САКА» Вячеслав Анатольевич Штыров, ректор Якутского ордена Дружбы народов Государственного университета имени Максима Амосова, академик Российской академии наук, президент Академии наук Республики Сахалин-Якутия Василий Васильевич Филиппов, глава администрации Намского улуса Александр Николаевич Едреев и отличник учебы из села Хомустах Намского улуса, студент второго курса физико-математического факультета Якутского государственного университета имени Максима Амосова Степан Миронович Петряков. Открытый.
Михаил Ефимович Николаев. Имени Максим Кирович Амосова, область его государственного строительства, льет первым лауреатом. Учитывая особые заслуги единого государственного общественного деятеля Якутии, Максим Кирович Амосова, становление государственной республики и в целях увековечения его памяти указом президента Республики Саха-Якутия от 25 апреля 1997 года была учреждена данная премия. В истории каждого народа есть люди, которые своим неутомимым подвижностью и общественным трудом способствуют целому его прогрессу. Сегодня это знаменательный день общественности республики чествует знатных людей Якутии, которые стали первыми лауреатами государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кирилловича Амосова. Указом президента республики от 19 декабря 1997 года за выдающуюся подвижническую и общественную деятельность области государственного строительства республики, большой личный вклад в укрепление международного авторитета и общественно-политической стабильности Республики Саха-Якутия присуждена государственной премии Республики Саха-Якутия имени Амосова Штырову Вячеславу Анатольевичу, президенту акционерной компании «Алмазы Россия Саха». Вся его сознательная жизнь, плодотворная трудовая и разносторонняя общественная деятельность, наполненная неутомимым трудом во имя прогресса и возвышение своей родной Якутии всей нашей многонациональной Российской Федерации. Вячеслав Анатольевич свою трудовую деятельность начал в 1975 году. Он работал на строительстве предприятия алмазодобывающей промышленности и объекта энергетики Западной Якутии, был министром строительства и инвестиций республики, а затем премьер-министром республики, сочетая эту огромную работу с ответственными обязанностями вице-президента республики. Вячеслав Анатольевич стоял у истоков социально-экономического преобразования республики на одном из труднейших этапов ее развития в условиях экономической реформы. Он один из тех, кто много сил отдал обретению республикой экономической самостоятельности, формированию ее государственности в составе Российской Федерации, выхода отношений Якутии и федеральных органов на принципиально новой основе. Внес существенный вклад в сохранение республики, гражданского и национального мира и согласия. Вячеслав Анатольевич непосредственно участвовал в организации крупнейшей компании республики «Алмаз России Саха». Став президентом компании, он предложил трудовому коллективу целую программу структурных и экономическое преобразование, которое сегодня последовательно и твердо проводит жизнь. Под его руководством введены новые алмазодобывающие мощности Айхали и Атабасском улусе, члену-корреспонденту Российской Академии наук. Василий Васильевич с 1978 года работает в университете, пройдя новый путь от рядового сотрудника до руководителя головного высшего учебного заведения и главной путницы кадров Якутии. За время работы должности ректора университета он внес большой вклад в развитие Якутского госуниверситета и установление вновь созданной Академии наук Республики. Им успешно проводится линия на интеграцию академической, вузовской и отраслевой науки в условиях нашей республики. В своей научно-педагогической общественной деятельности Василий Васильев воплощает жизнь идеи Максима Кирилловича Амосова о значении науки в развитии производительности в Якутии и о подготовке национальных кадров, высококвалифицированных специалистов, высшем образовании и новых мышлений. За последний год в университете введено обучение по 17 новым специальностям и направлениям,
открытый филиал университета в городах Мирном и Нью-Йорке, организованы институты, медицинские, педагогические, финансово-экономические, прикладной математики и информатики. За годы работы Василия Васильевича Филиппова руководителем данного вуза заметно укрепилась его материально-техническая база. Им внесен значительный план формирования региональной политики в области науки и высшего профессионального образования. Василий Васильевич является активным участником ряда международных, всесоюзных, всероссийских конгрессов и конференций, автором 109 научных трудов, в том числе двух монографий, учебники и 4 учебных пособий. По инициативе Василия Васильевича Иркутский государственный университет имени Максима Кирилловича Амосова имеет широкие и тесные связи не только с российскими вузами, но с университетами Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии, Китая, Австрии, Южной Кореи и других стран. Развитие международных связей открывает широкие возможности для обучения и стажировки специалистов, студентов и школьников республики. Василий Васильевич Филиппов в мае текущего года в общем собрании Российской Академии Наук избран в числе 3 ректоров вузов страны членом-корреспондентом Академии Российской Академии Наук. Много добрых слов благодарности искренне признательны заслуженно активных усилий Вячеслава Анатольевича и Василия Васильевича в области государственного строительства нашей республики. Это руководители, мыслящие категориями не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего, 21 века. Они сегодня на передовой позиции, где создается будущее нашей республики. И тем большей благодарности заслуживает Вячеслав Анатольевич Урок и Василий Васильевич Филиппов, всецело вкладывающие все свои знания, опыт и силу во имя завтрашнего дня нашего Северного края обеспечения республики достойное место в цивилизованном сообществе. Они своим самоотверженным трудом, активной жизненной позиции и целеустремленности заслуженно снискали уважение трудящихся нашей республики. Позвольте мне со словами благодарности, пожеланиям плодотворной работы и счастья награжденным и всем участникам торжественного заседания приступить к вручению государственных премий имени Максима Кирилловича Амосова. Президента Республики Сакаи-Кукия. За выдающуюся подвижническую и общественную деятельность в области государственного строительства республики, большой вклад в укрепление международного авторитета и общественно-политической стабильности Республики Сакаи-Кукия присудить Государственную премию Республики Сакаи-Якутия имени Максима Кировича Амосова в области государственного строительства за 1997 год Штырову Вячеславу.